преданы и настолько трепетно относятся к тому делу, которое они делают. Я сейчас вспомнил, пока сидел, маленький случай такой, Станислав Васильевич, когда мы познакомились, он мне надавал всяких дисков, музыки интересных. Вот, говорит, слушай, снимай. Да, Дин Мартин, Фрэнк Синатра, Мэл Торме, Тони Беннет. Вот, и один из таких дисков, это был диск Рэй Чарльза, я с собой взял как талисманчик на слепые прослушивания. Вот, так что он меня грел и помогал. Мы сейчас споем замечательную композицию Колы Портера, которая называется «Night and Day». И можно мониторчики чуть-чуть погромче сделать. Стас Зобубов. Станислав Дмитриевич Зобубов.